Я вообще максималистка. Мне всегда, да, нравились старше меня. Комфорт, быт несравним с Россией. Так, выбирай, какую ты щетку сегодня выбираешь. Ну, каждый день у нас разные щетки, мы чистим зубы. Счастлива мама дома и сама ей делает прическу. Смотри, давай тебе сделаем божьих коровок. Нет? Мы живем в шикарных условиях, да? У меня ребенок ходит в хорошую школу. И мы ездим на шикарных машинах, мы ездим у нас шикарные дороги. А, как бы... Что в мае 2000 года Татьяна Навка благополучно в апартаментах в пригороде Нью-Йорка с видом на Гудзон. И были счастливы. Первая моя эмоция – это отторжение. Нет, зачем мне это нужно? Я так счастлива. Рыжий получился. А иначе бы его не видно было. Может, вы 4 раза переделывали. Цветок был с черным, мы черный убрали, сделали белое вчера. Кажется, получилось не то, что надо. Не Кармен. А известно, что удачное платье как минимум 50% успеха выступления танцевального дуэта. Видно, что Таня недовольна. Саша сейчас не только тренер и муж, теперь он еще и костюмер. На ваших глазах из вороха разных нарядов рождается платье для олимпийской произвольной программы. Ткани из Италии, камушки от Сваровски, плюс работа. Цена платья доходит до $5000. Дорогие наряды всегда выделяли дуэт Навка Костомаров. Настроение у Тани улучшилось. Окончательные варианты.